Всем привет, ребят! Сегодня у нас битва гильдии на Китайке, и мы будем тестировать нашего Огнекрыла, вот такой вот сборочки. Сейчас я выставлю всех остальных, попробуем сегодня тактику в лоб, на которой шанс слива, как обычно, минимальный. Так, берем Фрейю, Бигфут. Анубис. Ворожай. Некрос. Вот такая вот сборочка. Кубок его поставим. Ну, вроде все. Так, есть. Ну что, поехали. Посмотрим, что у нас там сегодня за противники. 246, 257, 300, 370, 270. Так, окей. Значит, начинаем отсюда. Так, Некрос, Бигфут, Фрейя, все дела. Ну, попробуем отсюда забежать. Так, ворожая нашего сразу же слили. Вот он, понятно. Значит, поехали отсюда. Жестко-жестко как-то минусуют. Вообще жесть, я не знаю, что это за бага на Китайке. Уже второй раз. Жестко, очень жестко. Смотрите, сразу же, причем с одной тычки, минусуют топовых героев. Вообще непонятная дичь происходит. Смотрите, как минусуется. Это жесть просто. И вопрос на ком. Какой-то бред полный. В шоке. Ладно, берем Огнекрыл, ладно, выпускаем. Смотрите, Огнекрыл просто слился. Это жесть. Ладно, давайте одну Фрейю выпустим. Фрейя одна практически почти справилась. И то. Да, это жесть. Так, окей, зайдем, значит, отсюда. Хм. Хорошие противники, мне это нравится. Это вообще нереальный дамаг. Смотрите, ворожая просто слили. Да. Давно я так не бегал. Причем герои у меня-то не слабенькие. 11 скиллы. Попробуем оттуда. Просто жесть. Ладно, пробуем так. Ворожай.
Что-то вообще нереальное. Так, а ну давайте другого посмотрим. Я просто в шоке, честно говоря, от того, что я вижу. Правильно ушатали. Ну, я думаю, тут Огнекрыл должен справиться, в принципе. С его-то уроном, чтобы он не справился. Да, конечно, это жесть. Я не думаю, что там они прям с отражалками. Так, отлично, побежали. Странно очень. Ладно, попробуем еще разок. Вот смотрите, просто вот заваншотили. Как-то очень странно. Ладно, давайте попробуем Бигфута. Правильно. Да, скорее всего, там отражалки стоят. Нереально. Так, окей. Давайте пока других посмотрим топов. Потом вернемся сюда. Так, что тут у нас? Стрелок есть, да? Окей, значит, кидаем так. Бигфут, Фрея, Ворожей. И тут вот без проблем. Просто... просто изи вроде как бы. Бигфут нормально тащит. Так, там у нас череп что-то хочет нам сказать. Все, Фрейю слили. Ну, тут без проблем просто прошлись. Так, два есть. Два есть. Смотрим дальше. Так, 228. Тут два топа, 257, и тут топ. Так, ну тут Фрейя есть, тут опасно, и Афина есть. Давайте попробуем так. Так, кого мы бьем? Ворожая изначально, да. А вот сейчас будет все печально. А может и нет. Нет, тут надо только Минотавром бегать. Так, идем сюда обратно. Очень интересно их завалить. Купидон. Я что-то вообще в шоке. Да, это жесть просто какая-то. Ладно, попробуем сейчас Анубиса кинем. Странно. Да, тут кто там с Афиной, конечно, мешает. Ладно, давайте идем сюда на первого еще раз поохотимся. Да. Шанс слива минимальный. Не, жестко очень. Как-то нереально даже, я бы сказал. Придется Минотавра брать, что ли. Как это Фрейя не может ушатать их? Что за бред? Вот видите, Фрейя не хватает просто тупо урона. Точнее жизни.
Жесть какая-то. Ладно, попробуем Бигфута отшатать их немножко. Нифига мы не вышатали их Бигфута. Ой, куда я Некроса выпустил? А давайте Некроса пустим. Трэшевать так трэшевать. Да, это жесть какая-то. Я в шоке. Так, ладно, давайте попробуем отсюда Бигфутом продырявить. Что это было, непонятно. Так, окей. Просто какой-то непробиваемый. Вроде обычные герои, смотрите, без эволюции. Я что-то не понимаю, что это за фигня происходит. Вот какой-то Unreal. У меня ж-то герои прокачаны поярче. Жесть. Попробуем вот так вот. Ну, я думаю, тут уже без вариантов. Но это все равно просто жесть. Так сливаться жестко. Вроде казалось бы, легенькие герои стоят на базе. Но все равно сливаются. Так, окей. Поехали дальше. Кто там у нас следующий? Вот тут топ, да? Так, мы пробуем тут Фрей. Вариантов тут особо много нет. Не, нереально. Шанс слива опять минимальный, ребят. Жесть, короче. Ну давай, 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 давай. Смотрите, Огнекрыл как слился. Рановато, по-моему, я кинул. Так, пробуем вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Так, 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 так. Ну. Просто какие-то нереальные. Так, ну давайте идем сюда, пока обратно вернемся, попробуем тут опять потрешивать. Так, кого мы там ворожая бьем? Так, зацепили вражескую Фрею. Но толку никакого. Вот вам герои, реально собраны на урон. Вроде казалось бы, грубая сила вкачанная. Должны шатать, а нифига. Они убиваются еще быстрее. Вот смотрите как. Вражеского Некроса вроде ушатали. И все, и мы сразу же сдохли. Просто-просто тупо на месте.
Жесть просто. Так, пробуем еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну вот сливаем. Тут сливаем и сейчас Рину. И все, и жопа просто. Просто тупо на Рину слились. Жесть. А вроде и с грубой силой должен тащить. Смотрите, что делается. Просто тупо ушатались все. Накрас вообще стычки улетает. Да, тут с отражением, потому что, ну, сливаются, нереально сливаются просто. Надо качать сюда ару, потому что вариантов особо не вижу. Ну вот, вроде отлично, смотрите, просто убились. Даже не могут слить, блин, пачкой три героя. Жесть. Ну, ладно, Бигфута слили против Фрейя вражеской. 47. Жесть. Да. Надо все-таки пересматривать состав и качать уже других героев. Так. Ну, сливается. Бог войны, говорю, бог войны. Грубая сила, как видите, ну... Не айс, совсем не айс. Вроде бы должно быть много урона. Ну-ка, пробуем. Бигфут слился. Да. Пробуем еще. Все равно не сдамся. Даже если и сольюсь. А я сольюсь. Ворожай сливается. Ну, что-то нереальное, не знаю. Просто не знаю. Герои прокачаны не хуже, чем на основе. Да, 11 скиллы. Но так сливаться, это как-то очень жестко. Смотрите, Рину. Огнекрыл просто слился. Жесть. Ладно, давайте поищем других топов. Будем что-то на следующие бога думать, придумывать другое, потому что это просто нереально. Так, давайте тут с Фрейя начнем. Сразу Фрейю убьем. Тогда без проблем всех остальных затащить должны. Ну, а так, конечно, он круто выглядит вместе с Бигфутом. Но, блин, сливаются. И причем жестко сливаются. Так, 222. Попробовать тут вместе, что ли, выпустить всех. Ну, тут стрелок и, опять же, Фрейя. Очень опасно. Вот, видите, мы застряли. На Фрейя. Фрейя нас поодиночке сейчас просто посливает.
Хотя, сейчас мы вражескую фрею должны слить. Да, конечно. Конечно, это жесть. Не, нифига. Жесть, 38% не смогли слить. Ладно, пробуем еще разок. Так, тут же самый сценарий. Ну. Жесть, 41%. Шанс слива минимальный, как обычно. Так, оттянем ворожея. Странно. Нифига себе. Вообще рандом. Полный рандом. Ну, в общем, не знаю. Как видите, сливается. И причем жестко сливается он. Так, вражеская фрея. Ну что, кто кого? Ой-ё. Ё-моё. Ну всё, шанс слива минимальный. Не, должны мы его фрею ушатать. Однозначно должны. Да, однако... Надо будет все-таки и дерево качать, и ару качать, потому что, как видите, не хватает разные таланты, расстановки. И одного состава на все не хватит, чтобы так вот в лоб бегать. Знаю, посмотрим. Думаю, на следующий БГ будет интересней. Так, окей. 2258, опять наш новый рекорд. Даже у меня успешный дав был. 11 место. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Всем пока.